Друзья, всем привет! Канал раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Значит, вышли мы на улицу Тихомирного в городе Казань. И здесь крепость мусульманина, книга лежит. И слов упоминания Аллаха, встречающийся в Коране и Сунне. Вот. А почему я обратил на эту книгу? Негоже, чтобы книга, скажем, была без присмотра, чтобы она гнила под дождем. Давайте мы эту книгу возьмем с собой и, наверное, в мечеть отнесу, чтобы показать, вдруг эта книга не была бы она провокацией, чтобы в ней не было запрещенного. Крепость мусульманина стоит. Исходников. Ну что ж, друзья, мы, скорее всего, эту книгу заберем. Заберем. Да. Негоже, чтобы валялось Слово Божие. Российский фонд Ибрагим бин Абдул-Азиз Аль-Ибрагим. Пик Винити. В Люберцах напечатано. Я подобрал, друзья, эту книгу. Друзья, еще раз напомню, что мы находимся на канале раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем, друзья. Да, канал обо всем. Не болейте, друзья, берегите друг друга. Подписывайтесь на канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались и смотрят этот канал. До новых встреч на канале. До свидания всем.